Это на случай, если кому-то придется руку отрезать. Да, типа, я этим умел заниматься. Да, уж, ладно, я зову. Так, я, наверное, сейчас командира отряда сюда еще позову, чтобы он знал. У нас теперь еще больше воды есть. Ладно, я пока не нашел его где-то против. В общем, Гэри погиб. Что? Мне доложили только что по рации, что Гэри умер. Каким образом? Его загрызли до смерти. Его окружили. Куда они, да. куда они поехали? Я дал приказ, чтобы они возвращались на базу. Твою мать, тогда срочно найти их. Куда, туда или туда? Туда, туда, вот в курс. Туда, понял. Так, доложите статус, вы сейчас где? Гэри у нас. Нужно его с почтой с ними похоронить. Твою ж мать. Ё-моё. Погиб. Ё-моё. Ладно, пока мы едем, отец, объясните, что произошло, пока я был на вылазке долгий. Это у тебя лучше у военных спрашивать, потому что я-то сидел дома. Отстраивал базу. Мы потеряли нашего командира. Понятно. Что еще непонятно? Что нам, да, сидели на базе. Я был рад служить под его руководством. Тогда если все сказали, я могу его закапывать. А на кой черт он их слусвиль-то? Ну, как говорил уже покойный Гэри, там, скорее всего, будут военные, которые, с которыми можно будет как бы сконтактировать. Я-то не еду, я-то мне нужно за базой смотреть. Ну, я это понимаю, но почему ты сказал «скорее всего»? Вы с ними не связались, что ли? Ну, связь была у Гэри, а я сейчас узнать правду, что они там говорили, не говорили. Сейчас сложно будет. Херово. Он вам даже не сказал частоту, на которой он с ними связался. Я понимаю, но нужно обсуждать дальнейший план действий. Дальнейший план действий? Так вы сказали бы, нашли бы у него не за записку или еще что-нибудь. Ай, на самом деле, ладно. Единственное, что я сейчас думаю насчет дальнейшего плана, так это довести уж дело до конца, доехать до Луиселя, хотя бы до КПП, как было оговорено раньше, а после уже посмотреть, что будет. Я думаю, мы должны и дальше драться, потому что так хотел Гэри. Ну ты говоришь дело. Надо сначала посмотреть по ситуации. Сначала посмотрим по ситуации. Предлагаю отправить одного человека на машине, доехать до ворот Луисвилля, посмотреть, есть там люди. И уже по ситуации, вернется этот человек или нет, понять. Или, допустим, какую информацию он привезет по этой. Я тут вам на машине немножечко. Спасибо. Брони всякой понавешал, которую я нашел на складе. Надеюсь, не отвалится, конечно, но я вроде приварил надежно. Сначала мы выдвинемся в Вестпойнт, там основаем временную базу. Отправим разведгруппу в Вали Стейшн. Если там будет мало зараженных, нет бандитов и мало выживших, продвигаемся дальше, укрепляемся в Вали Стейшне. Потом разведгруппа едет ближе к Луисвиллю, проверяет, как много там зараженных, нет ли бандитов и выживших.
Если там нет проблем, выдвигаемся дальше. Если есть проблемы, значит решаем. По мне, план более долгий, но надежный. Мало кто погибнет. Ну, в целом, меня вполне это устраивает. Что думаешь, Хаски? На самом деле, меня тоже это устраивает, но... И с другой стороны, времени мы терять не можем. За много дней можем... За это время может многое что произойти. Скорее всего, действовать будем просто немного быстрее, чем планируется. В общем, наверное, мы так и сделаем, но все же нужно действовать оперативнее и быстрее. Держать связь, в случае непредвиденных обстоятельств возвращаться на базу. Так, на связи. Да, база. 191, слышно? 191, это база, да, слышно. Слышно. Все, отлично. Сначала разведгруппа, а уже потом это... Надо проверить окраины, потом только вперед заехать, быстрее всех хотя большие группы и вернуться. Ясно, поняли? Пока остаемся здесь. Лучше выверить так свет. В какую сторону вы поехали? Я ЮХЗ, блять, мы обратно возвращаемся, машина заглохла. У них машина заглохла. Группа, еще раз, связь плохая. Машина заглохла, мы пешком бежим обратно. Помощь нужна? Да, желательно, тут толпа зомби. Так, вы меня слышите? Да. Вы где примерно застряли? Главная сплошная дорога. Ехали прямо, потом повернули налево. Ехали прямо, потом направо. Ладно, пошли вниз. Вот они. Сзади. Отец, где вы встретили? На перекрестке. В меня не попадите. Патроны закончились. Патроны какой-нибудь есть или, не знаю, пистолет какой-нибудь? Я без патронов, стою. Все живы? Я еду. Проверьтесь на укус, не хватало мини-тачек. Так, я цел. Вертолет? 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 Уезжаем отсюда. Сейчас же! Все, без патронов теперь. По машинам! Да и надо было сразу отрядом ехать. Я говорил, надо... Все, народ, садимся. По машинам. Зато мы узнали то, что впереди пробки. Валим! Сейчас, остановитесь здесь. Просто. Ну, значит так. Чем меньше группа, тем больше шанс умереть. Это мы уже поняли. Это и в целом я вам говорил, и сейчас вы только что убедились в этом. Значит так, 6 человек у вас. Соответственно, на 3 человека на машину. Распределяемся по машинам. Машину я припарковал вот здесь. Ну да. Тихо, блядь. Подождите, тихо. Он хотел... Я кого-то... Эй, что ли? Я чей-то голос слышал, то ли по рации, не могу по... По-моему, со стороны... Прием, кто говорит? Кто? Один из пропавших без вести. Кстати, да. Отец, вычеркни его потом из списка. Сейчас, секунду. Алекс. Все. Да, это я. Я тебя вычеркиваю, потому что у меня есть из списка пропавших только ты остался. Ну, все, слава богу, с тобой все хорошо. Все. Все, отец, удачи вам. Поехали. Надеюсь, до встречи, отец. До встречи. Самое главное, взял с собой 4 банки пива. Отец Ричард. Я слушаю вас. Что случилось? Алло, прием! Мы нарвались на ожесточенное сопротивление. Кто-то по нам ведет огонь. Мать вашу, я выдвигаюсь к вам. Мы в каком-то... Это депо. Ричард. Слушаю. Блядь, дорога заминирована. Машины, блядь, угнаны или взорваны. У нас потери. Все раненые, с ожогами. Мать вашу, я срочно беру все медикаменты, что есть, и еду к вам.